Совсем недавно я опубликовал на Испания Гид маршрут с самым лучшим видом на Тейде. Сегодня мы пойдем почти туда же, но с другого места. Первая точка нашего маршрута – это забраться на гору Монтанья де лас Аренас. Сзади меня, как обычно, Тейде. И мы думаем, куда идти, направо или налево. Маршрут номер 31 уходит вниз к лунному пейзажу. Направо дорога к Сомбреро де Часна. Это там, где были мы в тот раз с самым лучшим видом на Тейде. Но мы хотим идти туда, на самый верх, на гору Гуахаро. Посмотрим, что будет видно оттуда в сторону Тейде. Мы забрались на гору Гуахаро, высота 2700 метров. Забирались сюда около 2 часов. Маршрут, не сказать, что простой, зато какой вид. Смотрим, что видно со смотровой. Ла Кафедраль, это классная смотровая, и отель Парадор. Это пик Авьехо, куда мы забирались. И, конечно же, сам Тейде. А вдалеке видно Ла Пальму. Это место необычно тем, что откуда ни возьмись, появляется торнадо. Офигеть! А там ведь люди. Мы спускаемся с горы Гуахаро. Шикарный вид в сторону аэропорта, но мы идем обратно. В сторону Тейде еще где-то 7 километров. Держу вас в курсе. Как обычно, все подробности я выложу на сайте hispaniaguide.ru. Там же вы найдете маршрут нашего классного путешествия. Кстати, если вы чувствуете, что у вас еще остались силы, если спускаться вниз по этой дороге, то дойдете до знаменитого лунного пейзажа. Мы уже на финишной прямой. Дорога обратно к отелю Парадор. А забирались мы на эту огромную гору.